Холокост в странах Балтии. Еврейская община стран Балтии в 1939 году. В независимых Балтийских республиках в 1939 году проживало порядка 350 тысяч евреев. Большинство из них, примерно 250 тысяч, в Литве, учитывая Виленский край, который до присоединения к СССР входил в состав Польши. Вильнюс даже называли «Литовским Иерусалимом». В Латвии еврейская община насчитывала почти 100 тысяч человек. В Эстонии – только 4,5 тысячи. Евреи в Балтии во время советской оккупации. В 1940 году Литва, Латвия и Эстония потеряли независимость и вошли в состав СССР. Советская власть провела в Балтийских республиках массовые чистки. Репрессии коснулись всех, невзирая на этническую принадлежность. Так, из Эстонии в Сибирь было выслано 400 евреев, то есть 9% от всего еврейского населения. Из Латвии – 2000 человек или 2% латвийской общины. В Литве депортировали 7000, то есть 3% литовских евреев. Существует мнение, что высылка в Сибирь спасла евреев от Холокоста. Однако следует учитывать, что многие ссыльные погибли в сталинских лагерях и на поселениях. Какова была численность еврейских общин в Балтии накануне вторжения вермахта? Точных данных нет. Некоторые уехали на учебу, чаще всего в Москву или Ленинград. Кто-то был призван на службу в Красную армию или отправлен в длительную командировку. Кроме того, относительно большое количество евреев успело эвакуироваться в самом начале войны. В Эстонии эвакуировалось 3000 человек, то есть большинство всей общины. В Латвии 15 тысяч человек, в Литве около 15 тысяч. Многие из эвакуированных были также призваны в Красную армию, и немалое их число погибло на фронте. Сколько евреев было уничтожено нацистами? Геноцид евреев в странах Балтии начался сразу с началом немецкой оккупации. Активно помогали в этом нацистам местные коллаборационисты. Эстония в начале 1942 года первой в Европе была объявлена территорией, свободной от евреев – Юденфрай. Здесь было уничтожено 1000 человек, по сути все евреи, кто еще остался на тот момент в стране. В Латвии жертвами Холокоста стали 70 тысяч человек. В Литве было убито почти 200 тысяч местных евреев. Войну на территории Эстонии пережили только 12 евреев. Из латвийской общины выжило около 2000 человек. В Литве менее 4500. Сколько сегодня евреев проживает в странах Балтии? Всего 13,5 тысяч. Это только 3,5% от численности евреев в Балтии перед Второй мировой войной.